Бабич приколист у нас. С ногтем играется. Ашким ему сказала, говорит, иди, Мавиш, ко мне. Сразу прилетел. Ну, такой прикольный. Просто с ногтем. Красивая реклама. Вот такой у нас мавишок. Тендера очень любит. А это зовет его. Все. Все, все, зовет его. Ревнует его, как только он к Эндеру, она его зовет. Такой они мне разбудят беспорядок. Прямо ужас. Смотрите. С утра надо... Каждый день надо за ними убирать. Везде. Но зато они приносят нам удовольствие. Мавиш! Гель, Мавиш! Гель! Гель, Мавиш! Гель! Гель, Мавиш! Кендер их собирает по домам, а Мавиш, смотрите, как защищает и грызет его руки. Он не может никак их загнать в клетку. Вы слышите, что творит Мавиш? Говорит, иди, иди, давай спать. Гид ую. Укусить его пришел. И что он к ней? По сути. Он курил. Очень. Чок акулы, Мавиш, чок. Мавиш. Посмотрите. На телефон сел. Мавиш. Шекер, гель, шекер. Гель, шеки. Шекер, гель. Шекер, гель. Мавишок, видите, сидит на телефоне. Привет, друзья мои! Пью чай. Я Светлана Та. Прячусь как ребенок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня елочка. Я Ерушан. С Новым годом! Спасибо, что вы были с нами. Всем доброго дня, утра, ночи, вечера. Мерсин, пришла зима. У нас даже сегодня отменилась встреча с девочками. Очень холодный пронизывающий ветер, несмотря на солнышко. Море тоже беспокойное. И потом и потом с дочерью разговаривала недавно. Везде похолодало по Турции. Даже мы вчера включали кондиционер. Так было приятно. Но я все-таки решила выйти, походить. Не каждый день, но когда есть возможность. Почему бы нет? Солнышко так звало, хотя очень холодно. Я сейчас в этой спортивной жакетке, и мне холодно. Так что я уже возвращаюсь и решила хоть чуть-чуть вам показать наш Мерсин, а то все видео у меня из дома. Кораблики стоят. На таком кораблике мой сыночек, мой мальчик. В планах у меня сегодня пошить, покажу вам, наверное, платье свое. То я говорила в том видео и не показала. Я его к нему не прикасалась целых 4 дня. Но у меня не было времени, так как по бизнесу очень много работы сейчас. И поэтому с партнерами там общаюсь, звонки и все. И вечер наступает, когда я освобождаюсь, и не хочется
вечером что-то делать. Пошла я, мои дорогие. Прекрасного дня и хорошего настроения вам, мои солнышки. Подписушечки. Ай, у нас такой праздник. Мне одна подписчица моя, мы с ней не знакомы, думала познакомимся, но она не поднялась к нам, только вручила попугайчика. Подарила вот такого попугайчика. Они уезжают из Мерсина, и вот нам оставили. Конечно, мы согласились. И вот только что занес мой муж вот эта встреча. Они думают, кто это? Это Мартин, такой красавчик, да? Ему год с чем-то. Ну, год. А, Мавиш. Мавиш как? Мавишка? Нет, Мавиш. У них тут перекличка. Как интересно за ней наблюдать. Мавиш, смотрите на Мавиша. Гердун уже. Это первое их знакомство. Мавиш, Кимо, Мавиш! Мартин, Мартин, Аркадаш! Arkadaş Martin. İhbarına gitti. Katliamla karşılaştı. Bir evde aynı aileden 6 kişi ölü bulundu. Elazığ'da 3 katlı bir apartmanda yaşayanlar doğal gaz kokusu alınca polise haber verdi. Ekipler binaya geldi. Doğal gaz kokusu alınca katlı. Ama ilk başta kıza da böyle yaptı. Kıza da böyle yaptı. Первый раз сделал так же с шекерем. Sonra arkadaşlık oldu. Вы видите, что творит? А сейчас и Шекер пришла. Ей интересно. Как интересно вообще. Шекер! Мавиш, yapma Мавиш. Utanma bize. Biz seviyoruz misafirlik. Сыртından vurulup yere düştü. Karşılık vermek için silahını çıkardı. Мавиджан. А посмотрите, он ее ревнует, чтобы она не подходила. Aşkım. Sen gelme diyor. Aşkım. Мавиш ne diyor? Sen gelme ona. Ona diyor sen yaklaşma. Yaklaşma. Şeker интересно. Он тоже один жил, ему тоже интересно, что это за чудо рядом птички. Мавиш! Ашки, Мавиш обешай соли. Вот он и Йорбини. Мавиш, я буду. Erkek yok burada aşkım. Mavi şok. А Şeker интересно. Красивый он. Güzelio. Kıskanacak şimdi. Вот так вот нам весело будет. И вот итог, друзья мои. Нашли, кажется, общий язык. Мавиш устал и отключился. Шекер посередине, нейтральную позицию, а Мартин такой красавчик. Думаю, что мы тоже подружимся с ним.